оказаться на дальней штанге, показывает, куда вот дать. Ну, Яркевский решил выполнить навес угловой. Тречковский. Снова Тречковский с мячом. Выполняет прострел и счет в этом матче открыт. Никол Черновески, опытнейший центральный защитник, 33-летний, забивает свой четвертый всего лишь. Матч, и вот так все просто. Разыгран угловой. Тречковский с Пандевым. Тречковский с Демери обыгрался. Простреливает. Был, конечно же, офсайд. Был офсайд. Шотландские защитники вот все это дело просигнализировали. Диксон бросает из-за боковой. Снова македонцы справляются с борьбой в воздухе. Хаттон. Форест Моррисон. Центральные защитники возвращаются назад. Ну, есть кому атаковать. Макки выходит на ударную позицию. Миллер сравнивает счет. Один-один. Ну, то же, что было в голе македонцев офсайда. Нет, все в порядке. И Макки был в правильном положении. И что самое главное, Миллер Моррисон отдал передачу. Иванчи Шиков допустил ошибку, не сумел перехватить мяч. И Шиков тут же схватился за голову, понимает он, что...